Всем доброго вечера. У нас вечер. Ну, если быть точнее, 6 часов вечера. Пришла покормить их, напоить. А то до утра, как говорится, далеко. Поэтому я кормлю, чтобы все было. Я пришла, они, конечно, уже спали, но у нас уже темно. И вижу, смотрю, что-то дождик пытается капать даже, представляете? Вот такая погодка. Кушаем, кушаем, зайки. Я иду еще принесу водички. И тоже пойду на отдых. Всем доброго вечера, хорошего вечера. Супер настроение вам. Какая у вас погодка? Расскажите, откуда вы? Может, какие-то вопросы? Насчет кормового стола ягнятам, да, я знаю, он нужен. Правда, я не придумала, как я его буду делать, если честно. Но я знаю, что он нужен. Но пока, видите, овчарня не закончена. И так хорошо, что хотя бы так. А то... Кто здесь? Заинька. Сено, видите, уже хотя бы близко здесь. Я же носила оттуда пол зимы. Ой, сейчас хоть здесь вот раз и все. Сколько времени и труда оттуда носилось. Овчарня недоделанная совсем. Пока так. Хотя бы под крышей, хотя бы четыре стороны закрыты. Сено рядом, и то спасибо. Вот так. Как говорится, рады тому, что есть. А так я вот кидаю им вот по центру, к примеру, да. Пока мамочки кушают там, по кормушкам, то малышня может здесь себе выбирать, что им нравится. Они кушают. Хотя у дяди Саши нету кормового стола. Ну, у которого я кроссов брала, с которым хорошие отношения у нас здесь. Саша, вам привет и здоровья. Он просто ставит эти рулоны и сеткой обтягивает. Я вам показывала в видео. Прямо он снимал для моего канала. Можно дальше-дальше листнуть и посмотреть, как он у него. У него нет кормового стола именно для малышни. У него общий стол. Я, в принципе, считаю это правильно. Вот так. Так, кто идет тёматься? И пойду я. Водички еще принесу, ведро и домой. Всем пока!